Анонс и точная дата выхода шестой серии нового российского сериала «Чикатило». Шестая серия сериала выйдет на интернет-площадке ОКО 22 апреля. В новых сериях мы увидим, как Чикатило убивал и оставался безнаказанным более 10 лет. От его руки погибло более 50 человек. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР. Поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с бешеным зверем, как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатрии, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей. В итоге попытки вычислить и поймать бешеного зверя растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние между обществом и паразитирующим внутри него кровавым маньяком. Об этом долгом, сложном, трагическом противостоянии и расскажет новая серия сериала. Напомним, шестая серия сериала выйдет на интернет-площадке ОКО 22 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.